Погода для футбольного матча выдалась не самая подходящая. Но это не помешало начать плей-офф Кубка России 2019. Дождь и ветер стали проверкой на прочность и для фанатов. В ожидании игры на трибунах собрались самые стойкие и преданные. Только что буквально несколько секунд назад прозвучал стартовый свисток, игра началась. Химкинская команда сегодня сражается за победу с казанским «Рубином». На трибунах уже слышны бодрящие крики болельщиков. Ну а мы будем с нетерпением ждать, чем же закончится сегодняшний матч. На 7-й минуте матча был забит первый гол. Игрок под номером 23 Аршак Карян с пенальти отправил мяч прямиком в ворота «Рубина». После перерыва на 47-й минуте гости из Казани пропустили еще один удар от полузащитника Ильи Кухарчука. Футбольный клуб «Химок» все ближе к победе в 1/16 финала «Олимп» Кубка России. Решающим стал гол Евгения Гапона. Игра закончилась со счетом 3-0 в пользу футбольного клуба «Химки». И это значит, что ребята продолжат бороться за Кубок России. Ну а нам остается болеть за них и следить за следующими играми. Прямо с поля репортаж для вас делали Юлия Куштейко и Николай Забродин.